Работа многих электронных устройств, схем, элементов и приборов сильно зависит от уровня влажности окружающей среды. Поэтому измерение влажности играет одно из основных значений в электронной промышленности, а также применяется в климатических камерах, сушильных камерах, при сушке древесины, при измерении влажности в теплицах, при сушке зерна, влажности в полиграфии, влажности в холодильных камерах, в варочных шкафах. В данное время промышленность выпускает различные виды измерителей влажности – оптические, емкостные, вибрационные и резистивные. В нашем ассортименте присутствуют датчики ведущих фильтров – Сенсера и Honeywell. В качестве датчиков относительной влажности может быть использован конденсатор, между пластинами которого расположен соответствующий диэлектрический материал, проницаемость которого зависит от влажности окружающей среды. В отличие от других измерительных систем, емкостные датчики влажности отличаются полным диапазоном измерений от 0 до 100%, высокой точностью и температурной стабильностью. Датчики влажности с выходом по напряжению имеют выходной сигнал по напряжению, пропорциональный измеряемой влажности. Датчики влажности представляют собой многослойный чувствительный элемент с чередованием губчатой платины с полимером, нанесенным на подложку из кремния, на котором выполнена схема нормализации и усиления сигнала. Благодаря такой многослойной структуре датчика, его чувствительный элемент защищен от воздействия пыли, масел и грязи. Например, датчики влажности ХИХ-4000 разработаны специально для промышленных применений. Датчики могут быть непосредственно подключены к микроконтроллеру или другому устройству для обработки линейного сигнала по напряжению. Имея типичный ток потребления 200 микроампер, датчики влажности идеальны для применения в устройствах с автономным питанием. Полная взаимозаменяемость датчиков позволяет значительно сократить затраты на калибровку. Кроме того, возможна поставка датчиков с индивидуальной калибровкой. Резистивные датчики влажности реализованы сенсоры на свойстве многих недиметаллических проводников изменять свое сопротивление в зависимости от содержания в них воды. Слой проводника располагается между двумя электродами. При поглощении воды проводником меняется сопротивление между электродами, которые регистрируются электронной схемой. Показания влажности сильно зависят от температуры, поэтому в корпус датчика, помимо чувствительного элемента, часто вводится термистор и эталонный конденсатор.